Один ум за правильный ответ, набравший большинство баллов, становится победителем игры. В такой нетрадиционной форме в колледже электронной техники прошел интернет-урок, который проводится с 1 октября по 1 декабря в рамках всероссийской акции по профилактике наркомании. Учащимся колледжа предлагалось ответить, пожалуй, на самые злободневные вопросы о вреде алкоголизма, курения, здоровье будущих детей. Как показали результаты, молодые люди хорошо осведомлены о здоровом образе жизни и увлеченно принимали участие в открытом уроке. Наибольший интерес вызвала демонстрация фильма «Полуфабрикаты смерти» о наркозависимости. Дезоморфин, дезоморфиновые притоны, дезоморфиновые наркоманы. К сожалению, новость далеко не последних дней и даже не лет. И все же вначале был кодеин. Наркотическое вещество, выделенное из опиумного мака учеными-медиками. Применялся кодеин в основном в заместительной терапии при лечении нарко- и алкозависимых. Проведение интернет-урока – это не единственная форма работы в колледже электронной техники по профилактике вредных привычек. В течение нескольких лет в нашем колледже проходит конкурс «Семестр безвредных привычек». Каждая учебная группа каждый месяц участвует в этом конкурсе. Затем по истечении первого семестра подводятся итоги и по истечении года. Лучшие группы награждаются поездками по городам России. На сегодняшний день во всероссийской акции «Интернет-урок» приняли участие более 50 регионов. И это еще не предел. Главная цель, которую преследовали организаторы Министерства образования и науки Российской Федерации – профилактика наркомании в молодежной среде. Колледж электронной техники один из первых откликнулся на участие в этом мероприятии. Это не формальный подход, а заинтересованный диалог на равных.